Национальная телерадиокомпания «Чувашия» стала призером всероссийского конкурса среди журналистов на лучшее освещение социальной и пенсионной тематики «Доверие». Конкурсная комиссия во главе с председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым присудила в номинации «Лучшему тележурналисту» второе место группе авторов. На конкурс наша телерадиокомпания представила 14 репортажей информационной программы «Республика» и специальный выпуск программы «Бумеранг» о пенсионной реформе.